походкой неспешной. На любом повороте может появиться такая корова. И это ничего не сулит хорошего. Какие все-таки здесь скалы, а? Просто офигеть. Просто как будто специально построены. О, чигит. Как будто по Америке едешь вообще. Ощущение, как будто едешь по Америке. Да. Только там красные. Нет, там и желтые были, и красные такие. Красные, блин, ну вообще. Еще один джигит. Если джигит обогнал, он чувствует себя хорошо, потому что горячая кровь, она сразу немного остывает. А мы, путешественники, все разглядываем и разглядываем эти красивые горы.